Все сказано в великом фильме. Умница, комсомолка, спортсменка. Умница, красавица, комсомолка, спортсменка. Вот, собственно, и все. Ничего другого не придумано. Женщина должна быть красивой, обязательно. Она должна быть умной, конечно, однозначно. Она должна быть спортивной, ну, естественно. Она должна быть комсомолкой. Ну, комсомолка имеется в виду иметь какую-то свою жизненную позицию. Конечно же. Иначе скучно. Это очень такие серьезные... Это серьезные такие заявки, я не спорю. И любая женщина мне скажет: ой, ты на себя посмотри, а вот ты сам-то соответствуешь? Не соответствую, поэтому я холостяк.